вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу и расскажу, как снять крутое слоумо. Лучше посмотрите мой пример. Для начала зайдем в Инстаграм. Нажимаем поиск и в поисковой строке пишем «Видео Стар». И выбираем первую страничку. Здесь есть очень много прикольных эффектов для обработки видео. Выбираем один. И если нравится, то делаем скриншот QR-кода. Заходим в Video Star, нажимаем на плюсик и нажимаем «Редактировать видео». Выбираем наше видео и нажимаем «Сотворить видео». Теперь разрежем видео. Нажимаем «Действие», «Многослойный клип». Нажимаем на единичку и добавляем наше видео. Нажимаем на QR-код, импорт, да, и выбираем наш QR-код. Я выберу Shake 1. Вот он, нажимаем на него и нажимаем да. Теперь нажимаем ок и смотрим, какой эффект у нас получился. Вау, если вам все нравится, то нажимаем создать и да. Теперь можно сделать так же самое с другой частью видео. Делаем все так же самое. Можно добавить зум. А так, чтобы сделать плавный переход, мы выделяем вторую часть видео. Нажимаем действие «Перекроить клип» и ищем эффект размытия. Теперь поднимаем размытие, нажимаем «Перекроить» и опускаем вниз. Вот у нас получился плавный эффект. Нажимаем действие «Многослойный клип». Сейчас мы сделаем приближение. Нажимаем на единичку и добавляем наше видео. Нажимаем «Редактировать ключевые кадры». И теперь листаем бегунок и увеличиваем. Вот и все, нажимаем «Назад», «Создать» и нажимаем «Да». Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Теперь нам нужно сделать вторую часть. Выделяем вторую часть, нажимаем действие, многослойный клип. Нажимаем на единичку и добавляем наше видео. Теперь нажимаем зеркало и выбираем зеркало, то, которое вам надо. Я выберу вот это. Теперь снова нажимаем на единичку, редактировать ключевые кадры. Листаем самое начало и уменьшаем. Теперь подвигаем ползунок и увеличиваем с каждым разом. Вот так. Я немного подстрою. Теперь нажимаем назад. Создать и нажимаем «Да». Вот и все. Давайте посмотрим, что же у нас получилось.
Теперь нажимаем «Создать» и нажимаем «Да». Теперь я хочу добавить тряску по такому же принципу с QR-кодом. Делаем все то же самое. Теперь нажимаем «Создать» и нажимаем «Да». Теперь я на все видео добавлю цветовой эффект. Теперь выделяем одну часть видео, нажимаем «Действие», «Многослойный клип». Нажимаем на единичку и добавляем наше видео. Теперь нажимаем на двоечку, нажимаем «Фото». И выбираем красивый фон. Ну, например, вот этот вот. Я выберу розовый. Можно добавить, конечно же, любой. Теперь нажимаем на кисточку и выбираем эффект Blend Begin. Можно нажать на стрелочку вверх и выбрать, какой будет лучше. Вот так, мне больше нравится. Теперь нажимаем создать и нажимаем да. Вот и все. Я сделаю так с каждым видео, только разными цветами. Вы можете это не делать. Это все по вашему вкусу. Создать «Да» и давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, мне очень нравится. Если вам тоже, то нажимаем на крестик, на стрелочку и сохранить в альбом. Подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимете подобное видео, а когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны».